Здравствуйте, друзья! С вами 3D News Daily. В ближайшие полторы минуты вы узнаете самые интересные новости мира высоких технологий. 128-гигабайтные версии планшетов Surface Pro разлетелись как горячие пирожки через несколько часов после начала продаж 9 февраля. Устройство стоимостью в $1000 невозможно приобрести как в онлайн, так и в ритейл-магазинах. Однако многие все равно относятся к этой информации скептически. Дело в том, что Microsoft официально не сообщает количество поступивших в продажу планшетов. В Нью-Йорке представили некоторые из результатов проведенного в декабре киноигрового хакатона. На нем программисты и кинорежиссеры вместе придумывали новые пути развития индустрии развлечений. Так, например, была продемонстрирована технология, позволяющая человеку контролировать игровой процесс своим дыханием. Каждый вдох-выдох увеличивает длину моста, по которому идет персонаж. Другие талантливые разработчики, используя Kinect, позволили любому желающему превратиться в сгусток света. Своим движением человек может освещать уголки виртуальной пещеры. Продолжая тему кинематографа, в интернете можно бесплатно ознакомиться с 4 из 5 картин, номинированных в этом году на соискание премии «Оскар». Среди них рецепт приготовления свежего гуакамоле из известных предметов, а также удивительная история любви парочки, которым даже законы физики не помеха. Ссылку на картины вы можете найти в описании выпуска. Сегодняшние 90 секунд с 3D News Daily подошли к концу. Оставайтесь с нами на 3dnews.ru.